госпожа Лейла, вот вы директор музея. Я правильно называю, да? Музей азербайджанской культуры имени Мирза Фатали Ахундзаде. Вы работаете в Грузии сколько лет? Я как директор музея с 2008 года. Так? С 2008 года работаю директором музея азербайджанской культуры имени Мирза Фатали Ахундзаде. Кто является главным посетителем? Насколько вам удается привлечь внимание людей? Вы знаете, азербайджанская культура, древняя культура, такая богатая, такая высококультурная, вот так надо отметить азербайджанскую культуру. Это покон веков. Если можно, я хочу немножко, знаете, как историю рассказать. Можно только коротко. Да, очень коротко я расскажу, потому что это очень важно. Значит, в Кавказе создалась в 1853-55 годах во время царского правления царского наместника Воронцова музей кавказской культуры. И хочу отметить, что в этом музее очень многие вещи, которые означают азербайджанскую культуру. Это очень богатая коллекция, которая хранится вот наследник нынешний грузинский национальный музей. Того времени музея кавказской культуры. А вот ваш музей выходит? Наш музей очень, знаете, надо музей привлекать. Музей не только музеем должно быть. Музей надо привлекать молодых. Музей надо привлекать. Получается. Это у нас получается, потому что наша молодежь заинтересован в том, что они узнали историю своей культуры и узнать культуру. Как знаете, Мирза Фатали Ахундзаде он является большим философом, он просветителем, и он является еще основатель азербайджанской драматургии в Грузии.